Четверг, пятница, значит традиционный день чистоты. Во всех населенных пунктах муниципалитета проходит мероприятие по уборке, покосу сорной растительности и уничтожению амброзии. Ведь всем гражданам хочется жить в красоте и порядке. Так, вчера в аулии Герухай очередной день чистоты прошел на территории новой парковой зоны. Сегодня на территории нового строящегося парка проходит акция «Чистый четверг», в рамках которой у нас задействованы администрация, социальные работники, школа. Участники мероприятия убрали всю прилегающую территорию парка, скосили траву и собрали весь мусор. Отрадно, что к этой акции присоединяются не только трудовые коллективы, но и сами жители района. Особенно важно показать пример такого неравнодушного отношения к родной земле представителям подрастающего поколения.